Машина приехала. О, это видно, Гликерия пришла. Это что, кто ее привез? Вот она что делает. Играет там. Случайно увидел. О, Надежда Васильевна, труженица Христова. Везде в школах преподает. Продолжает. Водителя где-то зовут. Запасной игрок. А, это сестра наша. Кто-то разговаривает. Угу. Вон там вижу в окно. Вот так, ну, маленько отвернем. Ну, почти что все. А тут что у меня на окне? Голуби. Вот они питаются где. Все еще подкармливаю. Желаны больше не летают. О, сестры прощаются. Крестница ее. Топ. Все загребли, посадили. Все, поехали. Порядок. Вон она, машина пошла. Вот что сказать. Да, хорошо быть верующим. Друзей много. В дом инвалидов никого не сдают. Парализованные, больные, всех дохаживают. А тут в прямом эфире показывают, как люди неверующие, он и поступает, как неверующие правильно и поступает. Ну-ка. Вот оно где. Надежда Васильевна до дому доходит.
на кухню сбегал, посмотрел. Что-то я не вижу то ли где. А, вот она. До дома пришла. Вот открывает. Что-то много принесла. То ли отправлять куда-то надо нуждающимся. То собирали для Украины, для беженцев. Работу находит. А то была бы неверующая, тут бы ничего этого не было. Как Господь все удивительно делает. Уже на земле вознаграждает занятостью, возможностью для Господа это делать. А у неверующего ничего этого нету. Он этого и не знает. Вот я сейчас открою и посмотрю. У меня один голубенок тут. Вот он. Привился я его. Родители бросили его, видно, он совсем замер. И вот я его там днем таскаю, ношу туда наверх, чтобы он не забывал свою породу голубиную. А тут у него вода, семечки, чашечки где-то. Ну, маленький совсем. Ой, какой хорошенький, да какой хорошенький, да хвостик у него какой раздвоенный. Ой, хороший какой. Тоже надо доходить. Закрываю решеткой, крошки лезут тут. Благословен Господь. На все находится работа. Буска, где она у меня, Буска? А? Буска, где она у меня? Буска, Буска. Где она у меня, Буска? Буска, Буска. Нету ее. А, я же ее выпустил в сенки. Буска, заходи. О, вот она, я ее крещу где. Но, вот беда-то где. Ну. Она мышек ловит. Чудесная кошка. Тут там закрыл, туда она не может никак. Вот она зырит. Сейчас бы прыгнула туда. Но туда нельзя, закрыто. Ласка такая. Да хорошая кошечка. Выздоровела она. Вот. Сейчас еще двух сверху принесут.